Здравствуйте, друзья! С вами Александр Третьяков и магазин «Все для клёва» клёва.com.ua. И сегодня я провожу обзор товара карповое удилище Black Power Carp от производителя Silverfish. Удилище предназначено для донной ловли. Линейка удилищ идет от 3,3, 3,6 и 3,9 метров. Тест удилища 3,5 лб, это примерно 150 грамм. Я так понимаю, это без учета запаса прочности. Конструкция штекерная, имеет три секции раздельных. Рукоять, как вы видите, раздельная, не сплошная, из пробкового дерева. Пропускные кольца на трех ножках специальными керамическими вставками SIG, расположены на оптимальных местах для равномерного распределения нагрузки по удилищу. Кольца твердые, гладкие. Ну, не повредят леску при забросе и создадут малое трение, что позволит сделать забросы оснастки на максимальное расстояние. Первое кольцо с внутренним диаметром 4 сантиметра. Строй удилища средний, вот, не дубовое, ну и не лапша. Особенностью данного удилища являются латунные вставки, которые находятся на соединениях колен. Вот посмотрите. Вот эти вот латунные вставочки, которые предназначены для увеличения прочности и долговечности удилища. Ну, а что касается веса и длины удилища. 3,3 метра длина для, в сложном состоянии 120 сантиметров. 3,6 – 129. 3,9 – 140 сантиметров. Вес удилища длиной 3,3 метра – 373 грамма. Вес удилища 3,6 метра – 439 грамм. Вес удилища 3,9 метров, 525 грамм. Друзья, вот такой видеообзор карпового удилища Black Power Carp от производителя Silverfish. Если вы найдете такое же удилище дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, и мы продадим вам еще дешевле. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в YouTube «Все для клёва». И рыбачьте с нами, рыбачьте лучше наш. Будьте здоровы, всего хорошего.